Я обычно как таковых видео мало делаю. А сегодня никого. 9 мая. О, сирень цветет. Да, это территория 18-й школы. Хочется немножечко по ней пройтись. Как-то я делал тут. Проходил. Сегодня так, в качестве такого, что ли, маленького очередного видео. Я специально сделал такой круг, чтобы не идти по разбитой дороги, здесь делать ту душевой, дойти. Да, это весна, была весна, еще краса вспоминаются слова. Если здесь открыто, то я здесь пройду. Если нет, тогда уже извиняйтесь. Хочу пройти мимо вдоль кладбища к шерифу. Так мне такая сегодня появилась задумка. Вон, помните, тут когда-то была душевая, открыты ворота, зайдем. О, как хорошо мы идем, тут даже есть ворота, но вот душевая, что с ней стало, больно на это смотреть, такие заросли, с каждым годом заросли все становится больше, больше и больше. Я же пойду сегодня. Я буду так какие-то общие планы делать, что ли. Идут ребята. Общие планы для того, чтобы больше вам показать с разных всевозможных сторон. И вот ребята прошли, и они, как говорят, своим заняты, я занят своим блогерством. Вот могилка у нас здесь в Бендерах. Вот Тулуш Анатолий Федорович тут покоится. Так, я пройду так и тут еще один есть проход через кладбище. Вот я им и пойду. В прошлый раз я шел другим проходом. Мне что-то хотелось тоже другим пройти. Он не такой высокий, как тот, который на прошлом видео, но тоже ощутимый. Так он должен быть здесь. Я всегда не могу понять, почему они закрывают ворота, но видать нельзя. Да, это очень плохо. Вот здесь вот я и буду проходить. Это вперед. Если пройду, будет очень хорошо. Опа. Все, я прошел. Вот
такой вот специальный выемка для того, чтобы мы все тут проходили. Ну и давайте пройдем дальше. Погода очень хорошая, нету солнца. Мне нравится такая погода, когда мемориальный комплекс наш, пентагоновский, вернее, тут очень много похоронено и румынских войск, крест. Тут вечером есть освещение. Когда-то эта территория была огорожена таким простым забором, бетонкой. Сейчас тут навели порядок. Подхожу я. Вот кто-то, наверное, флагом едет, машет в честь 9 мая. Много-много машин сигналит. Вот со стороны хай-тека, да, мы сейчас. Я к Панину подойду, к памятнику. И там, на этом, я видео свое маленькое завершу, чтобы не повторять ни в коем случае. Очень много одного и того же. Ну все, ребята, я дошел до шерифа. Вам спасибо, с праздником, с 9 маем вас. Сейчас где-то 6 часов 15-20 минут. 2023 год.